В Марфино в Центре культуры и досуга прошел «Экодень». Необычное мероприятие стало настоящим праздником для взрослых и детей. Началось все с экообмена. При входе ребята смогли обменять свои вещи, которые они принесли. В основном это игрушки и книги, на другие, не менее полезные предметы. Я принесла много игрушек и обменяла на крысу и зайчика. Я вместе с ней, у нас совместные игрушки, и я обменяла уже на пеналы, на портфель. Организаторы мероприятия подготовили для участников большую познавательно-развлекательную программу, показали короткометражки и анимационные фильмы о том, для чего нужно беречь природу. Потом был тематический квест, интерактивная викторина, мастер-классы, а еще все гости праздника получили эко-подарки. Сейчас у нас проходит квест, вот на этой локации мы расписываем шоперы, это такие эко-сумки, которые можно брать с собой в магазин, вместо того, чтобы складывать все в пластиковый пакет, который у нас портит и загрязняет природу. Можно брать с собой такие эко-сумки, они многоразовые, вот у всех будут свои авторские сумки. Это видео нам прислали сотрудники медиа-центра Дворца культуры Марфино. Спасибо ребятам. Свои видео в редакцию Первого Мытищинского можете присылать и вы, мы обязательно расскажем и покажем о том, что интересно вам.